Прыгать, бегать и скакать можно было на дне города. Специально для маленьких гостей мероприятия клиника «Альфа-стоматология» подготовила детский праздник. Ребят развлекали клоун и профессор. При этом каждый получил подарки. Значки, ручки, кепки, тетрадки, которые пригодятся в школе, а также памятные листовки. Все прекрасно, организация хорошая. Все, подарки хорошие получили, подарки, сюрпризы. Секреты красивой улыбки дети узнали в легкой игровой форме. Поучаствовать в конкурсах смогли и родители. Клоун и профессор проверили их эрудицию. Я поняла, что не все я знаю про зубы, поэтому надо побольше почитать. Не все неизвестное. Напомним, что чистить зубы нужно 2 раза в день, утром и вечером. Здоровье зубов зависит и от правильного питания. А вы сладости любите? Да! Так же, как читать или больше? Простой вопрос скрывает важные темы, ведь сладости становятся главной причиной кариеса, одного из самых распространенных детских заболеваний. Обращать внимание на черные точки нужно, даже если зубы еще молочные. Молочные зубы, во-первых, это, естественно, функция, то есть жевание. Соответственно, от жевания зависит и рост челюстей, и формирование лицевого скелета. То есть это во многом профилактика осложнений в будущем. Ну и, конечно же, если это воспалительные какие-то осложнения кариеса, то может быть проблема с постоянными зубами. Специалисты альфа-стоматологии подняли и другую важную тему. Принято считать, что дети боятся врачей. Однако на практике это отголоски советского прошлого. Сейчас посещение стоматолога скорее похоже на игру. Главное – правильно ее преподнести. Можно просто сказать, мы идем в гости, мы познакомимся с доктором, мы посмотрим мультики. А когда придете к нам в клинику, мы уже сами расскажем, покажем все. И ребенок уже не будет бояться. То есть мы сможем его адаптировать к лечению. То есть лучше, если не знаете, как подготовить ребенка, лучше никак не готовить, да, и врач все сделает сам. На первой бесплатной консультации врач клиники «Альфа-стоматология» также поможет правильно подобрать зубную щетку и пасту, которые будут подходить именно вам. Они помогут сохранить зубы здоровыми, а улыбку белоснежной. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».